Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие мультиварки для дома, которые можно купить в 2024 году. С помощью мультиварки можно приготовить практически любые блюда. Первые, вторые, десерты и выпечку. Модели различаются исполнением, объемом и функционалом. Я изучил представленный на рынке ассортимент, сравнил характеристики и возможности мультиварок и отобрал для этого рейтинга лучшие предложения, которые рекомендуют сами пользователи. Для удобства я разделил топ-10 по категориям – бюджетные модели, приборы с функцией скороварки и лучшие мультиварки по цене и качеству. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с бюджетных мультиварок. Третье место этого раздела занимает JVC JK MC508. Мультиварка выполнена в цилиндрической форме в серебристом корпусе и наделена цифровым светодиодным дисплеем. Его особенность состоит в том, что здесь отображаются выбранные режимы и этапы работы. Например, отсрочка по таймеру, разогрев и приготовление. Отдельно хочется отметить качественное исполнение 5-литровой чаши с долговечным антипригарным покрытием Daikin. Рабочих программ здесь 11. Это суп, молочная каша, плов, тушение, варка пар, выпечка, жарка, йогурт, тесто, крупы, паста и хлеб. В автопрограммы можно вносить изменения, чтобы добиться нужного результата. А кроме этого есть ручной режим, позволяющий создавать собственные настройки для приготовления любого блюда по своему рецепту. Чтобы получить блюдо к определенному времени, можно воспользоваться функцией отложенного старта. Она позволяет запланировать включение через любое время до 24 часов. Также здесь есть функция поддержания температуры, которая ограничена 12 часами. Комплектация у модели расширенная. Это мерный стакан, ложка и черпак, а также контейнер для готовки на пару. На втором месте стоит Redmond RMC M04. Модель надежного производителя попала в бюджетную категорию из-за небольшого объема чаши, всего на 2 литра. Чаша с качественным антипригарным покрытием гарантирует долгий срок службы. Комплектация мультиварки стандартная – плоская ложка, черпак, мерный стакан и контейнер для приготовления на пару. Для удобства ухода паровой клапан и внутренняя крышка съемные, как и у большинства моделей рейтинга. Рабочих программ у мультиварки немного, всего 10. Это жарка, выпечка, варка, готовка на пару, тушение, плов, рис, крупы и молочная каша. Как и большинство приборов производителя, мультиварка наделена опцией Multi Chef Lite. Она позволяет вносить корректировки в автопрограммы, чтобы адаптировать их к своему вкусу и предпочтениям или особенностям используемых продуктов. А благодаря функции мультиповар можно задавать любые настройки для приготовления блюд по собственным рецептам. В этой мультиварке можно разогревать готовые блюда и поддерживать приготовленные в горячем состоянии в течение 12 часов. Еще здесь есть таймер для отсрочки включения программы до 24 часов. В общем, отличная недорогая модель с хорошим набором настроек. Первое место в бюджетном сегменте занимает Polaris PMC-0593AD. Это лучшая, по мнению покупателей, недорогая мультиварка, которая выделяется отличным набором программ и качественной сборкой. На этапе производства все детали, от крышки до термодатчика и процессора управления, проходят тщательный контроль. Поэтому производитель обеспечил длительную гарантию – 2 года. Чаша мультиварки объемом 5 литров имеет долговечное и износостойкое антипригарное покрытие BioTor. Несмотря на доступный ценник, модель очень функциональная. Здесь аж 48 программ, включая самые необходимые. Суп, крупа, жарка, паста, молочная каша, тушение, выпечка, йогурт, варка на пару, варенье, плов, разогрев. В рамках каждого режима можно регулировать длительность готовки и температуры на свое усмотрение. А функция «Мой рецепт плюс» позволяет полностью автоматизировать весь процесс готовки, запрограммировав каждый этап – до 3 шагов. У модели есть таймер для отсрочки старта на срок до 24 часов и функция автоподогрева, которая выделяется длительностью и может поддерживать блюдо горячим до 24 часов. Комплектация стандартная, включая корзину для готовки на пару. В общем, эта мультиварка определенно является лучшим выбором в бюджетной категории из-за отличного сочетания качества, надежности и функциональности. Теперь перейдем к мультиваркам-скороваркам. Третье место этого раздела занимает Moulinex CE620D32. Мультиварка-скороварка классического дизайна оборудована герметично блокируемой крышкой, 9 ступенями защиты и системой безопасного сброса давления. У нее качественная чаша на 5 литров с долговечным антипригарным керамическим покрытием. В функционале предусмотрено 22 автоматические программы.
Здесь есть все самые популярные режимы для готовки разных блюд, включая тесто и йогурт. Кроме того, чтобы настройки были более точными, можно указывать тип продукта из трех вариантов – мясо, курица или овощи. Температуру и время приготовления можно менять даже на автопрограммах, и часто используемые настройки можно сохранять в памяти. Для этого есть три ячейки памяти, которые выбираются с помощью кнопки ручного режима. У модели есть таймер отсрочки запуска и автоматическое поддержание тепла. Причем эта функция весьма длительная – до 24 часов. В общем, это качественная, долговечная и многофункциональная мультиварка-скороварка, но не с такой широкой комплектацией, как следующий участник рейтинга. Второе место занимает Redmond RMC-PM504. Эта скороварка-мультиварка выделяется более компактными размерами. У нее долговечная качественная чаша с антипригарным покрытием объемом 5 литров, полностью съемная крышка и 4 уровня защиты для безопасной работы под давлением. Функционал достаточно широкий. Это 15 автоматических режимов, в число которых входят несколько интересных программ. Готовка во фритюре, соус, холодец, томление, йогурт, тесто, детское питание и вакуум. 6 режимов готовят продукты под давлением для сокращения времени. Уровень давления можно регулировать. Для наглядности он отображается на дисплее. Из особенностей стоит выделить опцию MasterChef Lite, которая позволяет адаптировать авторежимы под каждый продукт путем изменения температуры и времени. В скороварке можно разогревать блюда, поддерживать приготовленные горячими на протяжении 12 часов и откладывать включение до 24 часов. Ну и несомненное достоинство модели – это самая большая комплектация в рейтинге. Помимо всех традиционных аксессуаров, подставки и контейнера для готовки на пару, здесь еще есть баночки для приготовления йогурта. В общем, это отличная мультиварка-скороварка в надежном исполнении с отличным набором программ и комплектных аксессуаров. А следующий участник Tefal такой комплектации порадовать не может, но у него есть другие преимущества. Ну и лучшей мультиваркой-скороваркой стала Tefal CY753832. Модель выделяется элегантным дизайном и особой формой чаши. Она сферическая, что по тестам производителя обеспечивает увеличенную площадь нагрева, лучшее распределение тепла и оптимальную циркуляцию горячего воздуха. Поэтому блюда здесь готовятся лучше и быстрее и напоминают приготовленные в традиционной русской печи. Позаботился производитель и о безопасности. Здесь установлена 12-ступенчатая система защиты, включая технологию выпуска пара без контакта с горячим паром и без риска случайных ожогов. Автопрограмм здесь немного, всего 10, но здесь есть все популярные и необходимые режимы. Тушение, жарко, выпечка, пар, суп, сувид, каша и йогурт. Есть еще функция подогрева и ручной режим мультишеф. Именно благодаря ему можно приготовить любое блюдо по своему рецепту, выбрав необходимые настройки. На режиме тушения суп и пароварка предусмотрена работа под давлением, чтобы блюдо готовилось намного быстрее. При необходимости можно отложить включение программы или запустить автоматический подогрев на срок до 24 часов. Комплектация у модели совсем небольшая – паровая корзина, мерный стакан и ложка. Но в любом случае это весьма технологически продуманная и надежная скороварка-мультиварка с простым функционалом и уникальной чашей. А теперь перейдем к лучшим мультиваркам по соотношению цены-качества. Четвертое место этого раздела занимает Polaris PMC-0517AD. Мультиварка вытянутой формы выполнена в привлекательном дизайне. У нее большая информативная панель с понятным выбором настроек и качественная чаша на 5 литров. Она наделена ненагревающимися ручками и имеет антибактериальное керамическое покрытие Anato. В мультиварке используется технология 3D-нагрева, которая обеспечивает прогрев продуктов со всех сторон для их быстрого и равномерного приготовления. У модели 16 автоматических программ. Это основные режимы – варка, жарка, запекание, выпекание, готовка на пару, тушение. И программы для приготовления пасты, плова и некоторых видов каш, включая молочную и овсянку. Кроме этого есть режимы суп, бобы, варенье, пицца и йогурт. Кстати, для приготовления йогурта в комплекте предусмотрены стаканчики. Также здесь есть набор аксессуаров, включая контейнер для готовки на пару. На каждой программе можно менять встроенные настройки на свое усмотрение, а в рамках «Мой рецепт плюс» устанавливать собственные. И таймер отсрочки запуска, и функция поддержания блюда горячим ограничены 24 часами. В общем, модель достаточно функциональная, а главное – надежная. Производитель проводит тщательный контроль качества каждого элемента при производстве, включая термодатчики, процессор, панель управления, нагревательный элемент, чашу и крышку. Надежным исполнением порадует и мультиварка от Redmond. Тройку лучших открывает Redmond RMC-M90.
Эта модель схожа с предыдущей по исполнению и форме, наделена удобной панелью управления с понятным выбором настроек. Многослойная 5-литровая чаша имеет качественное антипригарное керамическое покрытие. Оно способствует равномерному прогреву продуктов, качественному пропеканию и предупреждает их пригорание. Благодаря технологии 3D-нагрева чаша прогревается со всех сторон для достижения наилучшего результата готовки. Функционал представлен 17 автоматическими программами. Помимо основных режимов готовки, здесь есть удобная программа томления для медленного приготовления, сувид для готовки в вакууме, режимы для десертов, йогуртов, выпечки, пиццы и разных видов каш и круп. Благодаря функции мультиповар можно приготовить любое блюдо, выбирая настройки в широком диапазоне. Как и предыдущая модель, мультиварка наделена длительным таймером и функцией автоподогрева до 24 часов. Что касается комплектации, здесь она тоже расширенная. Помимо всех необходимых аксессуаров, дополнительно предусмотрена корзина для жарки во фритюре, что не может не радовать. В общем, хорошая мультиварка с достойным функционалом и надежной системой защиты. Ну а следующий участник Garlin радует уникальными особенностями. Второе место занимает Garlin MR Duo 10. Это уникальная по исполнению и возможности мультиварка, поскольку она наделена двумя чашами. И они имеют раздельное управление, что позволяет одновременно готовить разные блюда. Чаши объемом по 2,4 литра имеют качественное долговечное покрытие Daikin. Контейнеры для готовки на пару выполнены из нержавеющей стали и оборудованы ручками для удобного извлечения. Комплектация модели довольно внушительная. Помимо стандартного набора аксессуаров, здесь еще есть силиконовая лопатка и комплект прихваток. Что касается функционала, он представлен 14 программами. Это разные режимы готовки, включая тушение и томление, а также программы для приготовления макарон, круп, плова, хлеба, йогурта и теста. А для выбора настроек в ручном режиме предусмотрена функция Garlin Chef. Есть здесь и отсрочка старта, и автоподогрев до 12 часов. Отдельно хочется отметить удобное и отзывчивое сенсорное управление, понятный набор индикаторов и уникальный Mix Lab. Это круглый цветовой индикатор, указывающий на текущий этап работы. В общем, отличная мультиварка для готовки нескольких блюд, одновременно с хорошим функционалом, удобным контролем и большим набором аксессуаров. Ну а лидер рейтинга Tefal выделяется оснащением и рядом уникальных особенностей. Первое место занимает Tefal RK901-832. Мультиварка привлекательного дизайна с удобно вынесенной панелью управления на верхнюю часть корпуса имеет ряд принципиальных отличий. Прежде всего, это уникальная сферическая форма чаши. Такая конструкция обеспечивает естественную циркуляцию горячего воздуха для наиболее равномерного прогревания продуктов и повышения вкусовых качеств блюда. Чаша с толщиной стенки 2 мм имеет шестислойное покрытие с керамическим нанесением, что гарантирует ее долговечность и повышает качество и эффективность готовки. Еще одна важная особенность – это наличие съемной лопатки для перемешивания. Она позволяет полностью автоматизировать процесс, ведь самостоятельно перемешивать продукты в процессе готовки больше не потребуется. У мультиварки 18 автоматических программ, но за счет вариативности настроек производитель заявляет о 71 программе. Связано это с тем, что на некоторых режимах, например, тушении или готовке на пару, можно указать тип продукта из 4 вариантов – мясо, курица, рыба или овощи. Набор программ достаточно разнообразен и включает все необходимые и популярные рецепты. Отдельно стоит выделить режимы томления, запекания, программу для приготовления творога и йогурта. Эта мультиварка оснащена интеллектуальной системой Fuzzy Logic, которая в процессе готовки регулирует уровень нагрева и меняет длительность воздействия, чтобы добиться наилучшего результата. В общем, это наиболее технически оснащенная мультиварка для полностью автоматической готовки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала «Техревизор».